Привет всем, это сайт Android Plus 1. Сегодня я вам расскажу, как исправить ошибку. Приложение Google остановлено на Android. Время от времени пользователи Android сталкиваются с работой любимых приложений, а на экране появляется окно с ошибкой. Приложение Google остановлено. Попробуем вместе ее исправить. Перейдите в меню «Настройки», далее в раздел «Приложения». Найдите в списке необходимое приложение или игру, которая перестала работать. Зайдите в хранилище и далее очистите кэш. Проверьте работоспособность приложения. Если приложение не заработало, то тогда сотрите данные. Как правило, после проделанных процедур все начинает работать. Если это не помогло, то удалите приложение и заново установите его с магазина Google Play. На этом все. Оставайтесь с сайтом Android Plus 1. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!